Комитет по туризму Московской области начинает отбор заявок на получение субсидий, которые возместит затраты туристических фирм на организацию детского отдыха. Рассматриваются услуги по реализации туристического продукта и экскурсионного обслуживания организованных групп несовершеннолетних туристов, оказанные на туристических маршрутах Московской области. Проект разработан для развития детского внутреннего туризма. Принять участие в отборе одинцовским туроператором рекомендовал заместитель главы администрации муниципалитета Павел Кондратский.